ёб твою мать. Блять, их двое, ёбаный в рот. Ёб твою мать. Блять. Ах ты ж, блять. Что ты такое, нахуй? Ёб твою мать. The Forest. Игра, которая вышла в альфа-версии аж в 2014, но при этом полноценного релиза достигла только спустя 4 года. Игра, которая изначально была принята как очередной проект в раннем доступе, не имеющий будущего, и в итоге разрослась огромным сюжетом, некоторые загадки которого до сих пор не решены. Игра, которая напугала меня до мозга костей своей внутренней составляющей, и все это было создано небольшой независимой канадской студией End Night Games. И я просто не мог вам о ней не рассказать. Это великолепная игра с отлично проработанным открытым миром, сюжетом и графикой. Конечно, не без изъянов. Некоторые моменты в игре крайне спорны, а баги иногда проскакивают. Ну, что, блять, произошло сейчас? Но нельзя отрицать, что играя в эту игру, вы испытываете огромную палитру эмоций, как положительных, так и отрицательных. И именно поэтому я решил рассказать вам, что же это за игра, показать, как я ее ненароком прошел, и попробую рассказать сюжет. Дабы вам было удобнее, при помощи тайм-кодов Ютуба, я сделаю разделение видоса на части. В первой части я расскажу вам о своих похождениях, как я выживал и какие приколы меня поджидали в этой игре. Ну а во второй же части я постараюсь рассказать очень сложный сюжет этой игры. Приступим. Игра начинается с того, что наш главный герой в обнимку со своим, или не своим, ребенком летит в самолете. Краем глаза он замечает книжку, лежащую рядом, пособие по выживанию в лесу, которое подписано как «Для Тимми». Используя свои 2,5 извилины, я догадался, что пацан, лежащий рядом, и есть Тимми. А эту книгу написал главный герой. Тем не менее, мы продолжаем наш полет, правда, недолго. Стюардесса по голосовой связи оповещает нас о том, что мы пролетаем зону турбулентности. Пристегнитесь и бла-бла-бла. Тут же самолет начинает жутко трясти, и в иллюминаторе я замечаю... О, земля, ебать. Прикол. Самолет разбился. Казалось бы, что может быть хуже? А вот что. После крушения самолета я выживаю и в предсмертном состоянии наблюдаю картину, как моего пацанчика ворует красный человек. И после увиденного я отрубаюсь. Энное количество времени спустя я просыпаюсь и осознаю, что я где-то в ебенях. А именно на неизвестном острове с огромным пышным лесом, кучкой пещер и гигантской карстовой воронкой. Интересный факт. Карстовая воронка — это огромная яма, которая появляется вследствие омывания водой рыхлого грунта, а последствия его сползания и обрушения. И по всей земле их достаточно много. Итак, что же делать? Я на неизвестной территории, без пропитания и знания того, что ждет меня дальше. Так бы я сказал, если бы проходил игру в первый раз. Дело в том, что где-то за месяц до записи этого материала я прошел игру вместе с Андреем, которого вы можете помнить по Stardew Valley. Он анекдоты рассказывает и лезгинку танцует. Ну и в игре тоже неплохой человек. Поэтому я знал, что делать, что меня ждет, какие ошибки нельзя допускать. И да, я с радостью расскажу вам обо всем этом. Начнем сначала. Самолет может разбиться в одной из как минимум 4 точек. Моя находилась примерно вот тут. Как раз таки рядом с карстовой воронкой. В первый же день нахождения на этом острове нужно сделать 3 вещи. Первое, нужно найти или построить убежище, так как там можно переночевать и сохраниться. Второе, нужно отыскать источник пропитания и полезных ресурсов. Ну и третье, не совсем обязательно, но очень желательно, найти себе нормальное оружие. Насчет первого вопроса я долго думал и просрал много времени. Изначально я хотел схитрить и поселиться на воде, дабы никакая тварь меня не достала, из-за чего мне пришлось рубить деревья и строить плот. В конце концов, я, конечно же, его построил, но проблема была в том, что на нем нельзя было спать, а минимальное укрытие на него не ставится. Я был разочарован, но быстро отыскал альтернативу в виде находящихся поблизости заброшенных палаток, и прямо у них и решил обосноваться. Насчет второго вопроса проблем вообще не возникло, так как что еда, что расходный материал можно добыть у разбившегося самолета. Внутри можно подкрепиться самолетной жрачкой, попить газировки, или, если у вас проблемы с ХП, можно восполнить его лекарством. Ну а снаружи повсюду валяются чемоданы людей, которые летели вместе с вами. Что-то подсказывает мне, что воспользоваться ими они уже не смогут, поэтому можно их вскрывать и забирать все, что там есть. Все пригодится. Ну а как же быть с третьим вопросом? И вообще, почему нас должно волновать наше оружие? Тем более, что вначале нам дают вполне неплохой топорик из самолета, спросите вы. Что ж, развею ваши наивные мысли. Топорик из самолета достаточно хреновый, что в отношении рубки деревьев, что с самообороны. Зачем же нужна самооборона в этой игре? Ну, если кратко, мы на острове не одни. И так как я об этом знал, направился за главным своим оружием, которым буду размахивать на протяжении всей игры. Для этого мне пришлось напрячься и отыскать одну из пещер. Находится она вот тут. Пещера, к слову, наверное, самая жуткая и страшная, что есть в этой игре, так как из зловещей темноты может выскочить что угодно. Тем не менее, я со стучащим сердцем все-таки туда спустился, нашел парочку непонятных рисунков и под не самый приятный аккомпанемент
отправился дальше. Поднявшись чуть выше, в темноте я заметил какое-то движение. Но благо я не клишированный персонаж из ужастиков, поэтому пошел в противоположную сторону. И пробираясь на картонах, дошел до небольшого человеческого лагеря. И люди были настолько добры, что сами отдали мне мое новое оружие. После чего я в быстром порядке оттуда свалил. Итак, знакомьтесь, штука, с которой я пробегаю всю игру. Катана. Очень высокая скорость удара и вполне неплохой урон. Идеал для комфортной игры. После своих шахтерских похождений я принялся снова собирать ресурсы, ну а после наступления ночи переночевал в палатке. На следующий день я решил вернуться к самолету и до конца его изучить. Однако пошел не туда и потерялся. Очень долгое время я просто блуждал по лесу и пытался найти хотя бы свою палатку. Еще наткнулся на оленя, и был бы я рад сказать вам, что это была моя единственная неожиданная встреча. О, палки. Блять, мне. Пам-парам. Первые гости. Салам алейкум. Да, я встретил обитателей этого острова. Аборигенов. Конкретно этот представитель вида тощих. Они самые слабые и чаще всего не представляют опасности. Собственно, поэтому первого я загасил без проблем, а его подружка, увидев то, как я его быстро вынес, убежала. В воду. Плавать, если что, они не умеют. Тем не менее, как бы это отвратительно не звучало, но этих товарищей можно кушать. Именно поэтому свою жертву я по памяти потащил к палатке, однако уже там... Две ноги мы его, у него, наверное, захаваем, а остальное приготовим. Ах вы суки. Да, и такое бывает. Но на самом деле это наоборот удача. Так как убить их было не проблематично, а за это я еще и бонус получил. Дело в том, что помимо готовки, трупы аборигенов можно просто сжигать на костре. И таким образом получать кости, из которых можно сделать неплохую броню. После того, как игра продемонстрировала мне то, что моя территория вообще не защищена, я решил наметить забор, который должен меня защитить. Строить его буду долго. Ради забора я начал рубить очень много дерева. Это было нетрудно, просто очень долго. И плюс масло в огонь подливали постоянные атаки тощих аборигенов. Безусловно, отбить эти атаки не было какой-то проблемой. Проблемой было то, что они были слишком часто. И тогда я решил немного порыскать в интернетике. И нашел свою проблему. И оказалось... что я дебил, потому что поселился рядом с одной из деревень аборигенов. Таких на острове есть много, и главная их особенность в том, что вероятность встретить там местного жителя крайне высока. Но так как искать и строить новое убежище мне было уже западло, я решил там и остаться. Чуть позже я сделал себе копье. Зачем, если есть катана, спросите вы? Ну, копье бьет на порядок дальше, чем катана, а также его очень странно, но можно кидать. Вот как это копье ебаное работает, я не понимаю. Еще чуть позже я обнаружил, что у меня жуткие проблемы с водой, так как газировка заканчивалась, а самолет, как вы помните, я потерял. Поэтому мною было принято решение отправиться в небольшой поход за ресурсами, новыми местами, а также черепашками. Дело в том, что один из путей добычи воды — это водосборник, который наполняется водой в дождь. И делается он как раз-таки из панциря черепахи. Практически сразу я наткнулся на грузовые контейнеры, выброшенные на пляж. Они были пустые, но в одном из них валялся какой-то документ непонятной организации из Сахара. А прямо рядом с этими контейнерами появилась нужная мне живность. Но путь я продолжил. Далее я наткнулся на еще одну палатку, рядом с которой лежала кастрюля. Вещь полезная, поэтому взял. Ну а в паре десятков метров от палатки я наткнулся на чью-то яхту. Недолго думая, я сразу к ней поплыл, однако внутри никого не оказалось. Зато оказалось много пропитания, а также несколько любопытных вещей. Таких как фотка плюшевого медведя на яхте, фотка какой-то неведомой херни, пакет из молока с изображением пропавшего ребенка, ну и самое главное, кассетный плеер и кассета к нему. Врубай! После небольшой тусы я добрался до дома, доделал водосборник и тут же вспомнил про кастрюлю и попытался наполнить ее водой. И у меня не получилось. Не знаю почему, но тогда я подумал, что возможно набирать воду нужно не из океана, а из какой-нибудь речки. И тут же отправился ее искать. И что бы вы думали? Буквально в нескольких шагах от моего дома была не только речка, в которой можно наполнить кастрюлю и просто попить, но еще и самолет. В который, к слову, я пока решил не ходить, а зачерпнул водицу в кастрюлю и пошел ее кипятить. Ну а после этого отправился исследовать остров. И стоило мне только покинуть мое недостроенное убежище, на меня тут же напали туземцы. И на этот раз это были обычные.
не тощие. Отличаются от последних они, как ни странно, телосложением, количеством здоровья и силой. Также стоит подметить более высокий интеллект и слаженность. Например, когда я вырубил одного из них, другой немного оттащил тело, и в итоге первый проснулся и продолжил бой. Еще отличие прослеживается в количестве нападающих. Так, например, на меня напала достаточно немаленькая компашка в виде 5 человек, а когда я ее устранил, прибежала еще парочка тощих. С ними проблем вообще не возникло. Тем не менее, после атаки я наделал себе брони и все-таки отправился в небольшую экспедицию на другую часть острова. Там я наткнулся на очередной лагерь аборигенов и его жителей. Внутри домиков, кстати, ничего не оказалось, но пройдя чуть дальше, я отыскал нового жителя острова, кабанчика. Однако весело побегать по полю ему не было суждено. Буквально через 50 метров я наткнулся на еще одну деревню людоедов, однако, в отличие от предыдущей, это было наполнено лутом. И после того, как я его собрал, решил отправиться домой, объявив, что поход был не зря. Шло время. Я потихоньку развивал свою базу, строил забор и оборонялся от частых атак людоедов. Кстати, должен заметить, что аборигены сами не особо хотят идти к игроку. У них, судя по всему, свои дела, по которым они очень спешат. И если во время этой спешки их не трогать, то и они тебя трогать не станут. Однако, несмотря на это, нападения людоедов все равно были не редкостью. Ну, как сказать, блять. Ну бежал ты себе и бежал, чё ты до меня доебался? В один день на меня вообще напал новый вид. Да ёб твою мать. Кстати, да, это бледные аборигены. Отличаются они от обычных не только цветом кожи, но еще и количеством здоровья и силой удара. Бывают как стандартного телосложения, так и тощего. И что тоже важно, они могут обитать в пещерах. Будьте с ними осторожны. Я достроил забор. Это означает, что отныне постройки на моей территории в полной безопасности. Но не в безопасности мой забор, потому что аборигенов становится с каждым разом все больше. И однажды, собрав большую компашку, они придут и разрушат ограду, а я с ними банально не справлюсь. Именно поэтому я решил еще сильнее обезопасить территорию и на будущее наметить ловушки. После этого я решился на очередной поход. И не абы куда, а снова в пещеры. Для начала я решил снова наведаться в пещеру, где лежала катана, так как в прошлый раз я побоялся и не исследовал ту комнату полностью. Спустившись туда, я прошел по все тому же маршруту, но не дойдя до конца, внезапно вспомнил, что из каких-то источников узнал, что если в настройках графики поставить цветокоррекцию на M131, то видимость в пещерах значительно улучшится. И черт возьми, это реально работает. С таким хорошим освещением я спокойно полностью исследовал комнату. И не зря. Потому что прямо напротив лагеря я наткнулся на небольшой тоннель, в конце которого, за досками, находился фонарик. Больше в этой пещере я задерживаться не был намерен, поэтому в быстром порядке оттуда свалил. После первой пещеры я отправился к следующей. Дорога шла через две деревни аборигенов и заканчивалась вот тут. Вход в пещеру выглядит как небольшая щель, из которой резко вылетают летучие мыши с характерным звуком. И когда-нибудь они вас все же напугают. В лагере бы этих... Блять! Ёбаные писки нахуй. Зайдя внутрь, я прошел по небольшому тоннелю, и как только из него вышел, повернул направо. Там меня уже ждали двое пещерных дурачков, с которыми я быстро разобрался, и спуск вниз с висящим черепом. Ну а внизу находилось то, зачем я пришел. Куча ресурсов, пара непонятных предметов, и что самое главное, современный топор. Больше в этой пещере делать было нечего, поэтому я быстренько оттуда свалил. И с приходом темноты добрался до дома. Ну а на следующий день опробовал новый инструмент и убедился в его эффективности. Для тех, кто до сих пор не понял, поясню. Современный топор намного лучше топорика из самолета, хотя бы потому, что рубит деревья быстрее. Поэтому этим занятием я и занялся, и через некоторое время достроил ловушки. Ну а дальше, пока я рассуждал о них, случилось это. Тем более, что если кто-то из них Салам алейкум. Дамы и господа, представляю вашему вниманию младенцев. Это мелкие отродья сатаны, которые одним ударом могут снести пол Хари. Благо, ХП у них буквально на один удар, поэтому разобраться с ними было не проблемой. Но все же странно, что они пришли одни. Потому что обычно они ходят в компании с еще несколькими мутантами. Ну и ладно. Давай сюда. На нахуй. Опробовав ловушки, я решил предпринять некоторые меры, дабы аборигены так часто не нападали, а именно сделать пугало. Это такие палки, на которых вешаются части тел туземцев и поджигаются. Однако, когда я их поставил, спустя пару минут я понял, что они не работают и аборигенов не пугают, поэтому можете вообще о них забыть. Следующее утро началось весьма интересно. Мне все равно некуда это девать. Блять! Весьма интересно. Стоп, чё? А, мне показалось, что... Блять! Настолько интересно, что после этого утречка у меня образовалась буквально целая куча мертвых тел. Что же с ними делать?
После этой эпичнейшей сцены я снова решился на поход в пещеру. Путь лежал вот сюда. По пути я наткнулся на несколько чемоданчиков с сигнальными огнями и стрелами. И тут в мою не совсем свежую голову пришла идея сделать лук. Если кто не знает, это такое дальнобойное оружие, стреляющее стрелами, которое, к слову, делаются из палки и перьев. Вход в пещеру выглядит опять же как щель. Пройдя внутрь, я прошел по небольшому коридорчику и наткнулся на не совсем мягкий спуск вниз, с какой-то непонятной стеной. После на развилке повернул налево и, пройдя чуть дальше, спустился по тросу. Еще дальше наткнулся на небольшой лагерь с костром, и на столе там лежала бензопила, но не чуть позже. Далее я пошел по левому краю пещеры, встретил нескольких аборигенов и младенцев, ну а после того, как с ними разобрался, остановился у стенки с разбросанными ящиками. Ее нужно взорвать динамитом. Благо, я собирал его во время исследований лагерей людоедов. Дальше следовал спуск и еще одна щель, через которую я протиснулся и прошел к еще одному спуску. Однако вниз я не торопился, так как увидел там знакомую компанию. Тут-то и пригодился лук, так как если попасть стрелой аборигену в голову, то он сразу помрет, а младенцы и так от одной плюхи помирают. Зачистив территорию, я спустился и наткнулся на новый инструмент. Альпинистский топор. Помните ту непонятную стену? Так вот, именно по таким стенам и становится возможным лазить благодаря этому топорику. Больше в этой пещере делать нечего, поэтому я развернулся и пошел к выходу той же дорогой, только с поправочкой на то, что по той непонятной стене я уже взбирался со своим новым топориком. Выбравшись наружу, я тут же побежал домой, но как только пришел, не успел я даже покушать мяско, которое добыл, как что-то услышал. Что за звуки, блядь? Я не один это слышал. Я отчетливо слышал звук. Блядь, их двое, ёбаный в рот. Салам алейкум, товарищи. Идем сюда. Готов. Нет, не готов. Ты охуел, что ли? Он ее рушит. А, ладно. Только что вы увидели битву с мутантом. Это такие монстряки, которые обычно в два раза опаснее аборигенов, так как имеют намного больше хп и урон. Всего их три, а конкретно этот представитель рукастый. Назван так из-за большого количества рук, которыми так и норовит вас ударить. Мне, кстати, безумно повезло, так как, во-первых, второй рукастый попросту не заметил меня и пропажу своего собрата, поэтому просто продолжил идти не весь куда. А во-вторых, рукастый, с которым я дрался, помер достаточно быстро, из-за того, что наступил на одну из моих ловушек, и та сняла ему большую часть хп. Кстати, труп мутанта очень полезен, так как с него можно срезать шкуру и использовать как броню. Как бы это ни было противно, нельзя отрицать факт, что такая броня самая мощная в игре и дает больше всего защиты. На следующее утро я, убедившись в эффективности ловушек, решил наметить еще одну, и для нее, само собой, нужны были бревна. Как по мне, идеальный момент, чтобы рассказать... о бензопиле. Итак, как вы, я думаю, и сами поняли, это приспособление для рубки деревьев. Очень быстрой рубки деревьев, которое, к слову, не тратит даже вашу энергию, зато тратит бензин. Если что, его можно найти в лагерях аборигенов и в пещерах. С такой бешеной эффективностью я быстро нарубил нужное количество мне бревен, достроил ловушки и заодно их и проверил. Ну и убедившись, что оборона у моей базы надежная, да и я уже не промах, я решил прямо в этот день снова отправиться в пещеру. Путь предстоял долгий. Главным ориентиром были большой якорь и палатка, находящиеся рядом с яхтой. По идее, мне нужно было пройти от палатки наискосок чуть правее. Но со мной что-то случилось, и в итоге... сами смотрите. Чего, блядь? Чего, блядь? Это шутка? Я как, блядь, тут оказался? Каким-то непонятным образом я сделал крюк и вернулся к дому. Однако не отчаялся и снова пришел к якорю. И на этот раз вход в пещеру был найден. Эта пещера достаточно прямолинейная, и потеряться в ней затруднительно. Но все же объясню. Я прошел по длинному тоннелю, который вывел меня к обширному помещению с двумя тощими дурачками. После расправы с ними я нашел деревянную стену с крестами, рядом с которой лежал рисунок. Далее я сломал это препятствие и пошел дальше, где меня в очередном помещении ждала еще троица людоедов, которая, к счастью, отправилась к своим тощим братьям. В этом помещении висел череп-светильник, под которым был большой спуск вниз, куда я и направился. Внизу же меня ожидало небольшое подземное озеро, и то, зачем я пришел.
Акваланг. Приспособление, позволяющее плавать под водой с большим запасом воздуха, благодаря баллонам с кислородом. Я его тут же надел и решил немного исследовать озеро. Проплыв небольшое расстояние, я обнаружил самую главную проблему подобного плавания. Вот она. Холод. На самом деле это большая опасность, тем более в пещерах. Но дело в том, что когда вы замерзаете, у вас начинает потихоньку падать выносливость и энергия. Причем даже если согреться, то выносливость сама по себе не восстановится. А в подобных местах это особенно опасно. Благо, эта проблема решается очень просто. Можно, конечно, из пары палок соорудить костерок и согреться у него, но есть и более быстрый способ. Берем палку, наматываем на нее кусок ткани и поджигаем. Все, проблема решена. Проплыв дальше по пещере и выбравшись из воды, я наткнулся на какие-то ворота и напротив стоящий пьедестал, а рядом валялись камни. Недолго думая, я положил камни на пьедестал, и ворота открылись. За ними находился какой-то заброшенный человеческий лагерь с палатками и костерком. Вокруг палаток, к слову, валялись различные вещи, которые я собрал. Также в углу лежал какой-то ржавый топор, и чисто ради прикола я его захватил. После чего снова погрузился в воду. Немного проплыл, снова вынырнул и поднялся по канату, и снова погрузился в воду. Благо, в последний раз. Дальше меня ждал тупик, но также еще и проход сверху, куда я и направился. И не поверите, я выплыл наружу, а конкретно вот в этом озере. Как только я из него выбрался, сразу решил сделать костер и согреться. Ты... что? И в свете костра внезапно встретил новое животное. Енот! Енот, сука! После чего вернулся домой. О. Ты давно тут? Ладно. Нихуя себе. Я вспомнил сцены из Шрека. На следующее утро мне опять приспичило куда-то сходить, а именно на северную часть острова. И неспроста, потому что только там водятся кабаны, а именно их шкуры мне нужны. Немного побегав там, я нашел своих целей и заполучил то, что хотел. И вы, наверное, спросите, а зачем тебе, собственно, шкуры кабанов? А я вам отвечу, что если скрестить 6 шкур оленя, по одной шкуре зайца и енота, 4 шкуры кабана и по 2 кусочка ткани и веревки, то мы получим теплый костюм. Это одежда, которую можно надеть и вообще больше не чувствовать противного холода. А это значит только одно. Теперь я наконец могу погулять по зимней части острова, куда я тут же направился и насладился тамошними красотами. А потом понял, что больше делать нечего, и начал путь домой. И вдруг, откуда ни возьмись, мне встретилась черепашка. И тут меня осенило. А ведь панцирь черепахи нужно использовать не только как водосборник, но еще и как способ передвижения по снегу, то бишь, как ледянку. Но не успел я додумать свою мысль, как вдруг услышал знакомый рык. Да, вы все правильно поняли. В компании с двумя задохликами по лесной тропинке прогуливался рукастый. И именно во время битвы с ним я осознал главный минус теплого костюма. Он надевается на место брони, а носить его вместе с броней, к сожалению, невозможно. Тем не менее, с рукастым разобраться мне это не помешало, после чего я забрал у черепашки панцирь и снова поднялся к зимнему биому и попробовал скатиться. Должен признать, это весело. И уже хотя бы ради этого стоило делать теплый костюм. После покатушек я отправился домой. Там мужичок прям на ловушку идет. И... бум! Ха-ха, готов. Весь оставшийся день я занимался тем, что отлавливал туземцев и из их костей делал стрелы. Однако, когда наступила ночь, лечь поспать я не мог. Все дело в том, что прошлой ночью я вернулся из пещеры очень поздно, и также поздно лег. И именно из-за этого игра не позволяла мне лечь спать раньше, того времени, когда я пришел. Осознав, что мне придется долгое время тупо сидеть на базе, я решил немного исследовать путеводитель и посмотреть, чего я там такого насобирал. Во время исследования, кстати, пошел дождь, поэтому я чуть приблизился к костру и продолжил осматривать чертежи построек. Однако, в один момент... Я правильно понимаю, что там кое-кто к нам пришел? Я правильно все понял. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Все, фух.
Вы все правильно поняли. На меня совершили атаку все мутанты разом. А именно знакомые нам рукастые Вирджиния и Толстяк. Что ж, Вирджиния — это такая паукообразная мразота, любящая атаки в прыжке. Также она обладает огромным уроном, ХП и промышляет производством младенцев. Помните таких? Толстяк же, в свою очередь, вечно нападает рывками. И если под этот рывок попадется какая-нибудь постройка, то через мгновение постройки уже не будет. Плюс ко всему этому, он также имеет большое количество ХП и урона. Как же бороться с этими тварями, спросите вы? Что ж, все проще, чем кажется. Лук. Как бы парадоксально это не было, но оружие, которое можно спокойно создать в начале игры, одно из самых имбовых во всей игре. Аборигены ложатся от одной стрелы в голову, а мутанты становятся просто бессильны, так как банально не могут подойти. Кроме, конечно, толстяка, но от него можно просто уворачиваться. Кстати, говоря о нем, в той битве я убил его последним. Первый откисла Вирджиния, а рукастый вообще куда-то пропал. Но потом я, конечно, его нашел. Серьезно? Мужик, серьезно? И вооружившись всеми их шкурами, я гордо засел дожидаться рассвета. Потому что понял, что если лягу снова в такой час, то следующей ночью меня ждет то же самое, и я хрен засну. Поэтому отсиделся на базе и на утро снова пошел за приключениями. А конкретно в очередную пещеру. Не бойтесь, это предпоследняя. Находилась она совсем рядом с моей базой, и идти мне было туда буквально пару минут. Однако, я не дошел. Пройдя буквально сотню метров от дома, я снова наткнулся на знакомую нам троицу. И в целом, они меня не видели. А это значит, я мог просто пройти мимо. Но... Ай, ладно. После этой битвы я ненадолго вернулся домой восстановить запасы стрел, после чего снова пошел к пещере. И вы ни за что не поверите, кого я встретил у входа. Тем не менее, в пещеру я наконец-таки пробрался. Эта пещера достаточно извилистая, и если бы я не знал маршрута, точно бы заблудился. Войдя внутрь, я прошел по тоннелю мимо какой-то палатки, рядом с которой валялась видеокассета, о ней позже. Прошел мимо спуска вниз, там ничего интересного, до другого спуска. Внизу отбился от троицы тощих и пошел направо, к деревянной стене, за которой был проход и очередной канат вниз. А внизу я увидел рукастого. Тут же попытался убить его на расстоянии динамитом, но сразу после взрыва случайно упал. Благо какой-то магии даже не получил урона. На бегу, кстати, я поднял валяющуюся рядом видеокамеру, но не придал тому значения, после чего стал разбираться с рукастым и оказавшимися рядом младенцами. Сразу после этого я стал исследовать местность и ни с того ни с сего нашел какую-то карточку. На катану посмотри. Тем не менее, этот кусок пластика нам очень понадобится далее. Больше делать в пещере нечего, поэтому тем же маршрутом я отправился на выход. Добравшись до дома, я решил посмотреть ту самую кассету, которую подобрал в прошлой пещере, так как теперь я обладаю камерой, на которой это и можно сделать. Кассета называлась «Меган приехала». На самой пленке была запись, как какая-то неизвестная мне девочка летит на вертолете мимо знакомой скалы. И все, кассета длилась 15 секунд. Ничего не понятно, но очень интересно. На следующее утро я решился на большой шаг. Шаг, к которому я шел все это время. Отправиться в пещеру. В последний раз. И на такой шаг нужна особая музыка. Стоп. Я не туда пошел. Значит, мы идем в другую сторону. В общем-то, да, вход в пещеру оказался совсем рядом с моим жильем, буквально напротив. И без каких-либо проблем я отправился внутрь. Внутри же я прошел по небольшому тоннелю с вывешенными людьми и прошел к спуску вниз. Но внизу меня уже поджидали пара аборигенов и рукастый. Вот такое вот начало. Я закидал их стрелами, а потом добил рукастого, после чего продолжил путь. Далее следовали две деревянные стены, за которыми меня ожидало обширное помещение. Мне нужно было вниз, и спускаясь, я попутно исследовал местность. И нашел банку красной краски, и зачем-то измазался в ней. Странно. В целом, в данном месте сложно заблудиться. Все, что нужно делать, это просто спускаться вниз по канатам и иногда использовать альпинистский топорик. В самом низу я внезапно наткнулся на людоедов и нескольких младенцев. Сдуру я их убил, и только после этого подметил, что они толком не были ко мне агрессивны. Просто сидели и молились своим богам. Я посчитал это странным и пошел дальше. Протиснулся в очередную щель и очутился около резкого обрыва. Туда мне и нужно. Внизу я прошел мимо неожиданно палатки и снова встретил знакомую компанию. Однако в этот раз решил не нападать сразу, а понаблюдать за их действиями. И на удивление, они меня не атаковали, а просто бегали рядом и пытались напугать. И поэтому я просто прошел мимо, прямо к очередной деревянной стене, за которой было еще больше туземцев, которые, опять же, меня не трогали. Но внезапно...
Появилась Вирджиния, а вдалеке виднелась еще одна. Правда, она также меня не атаковала, поэтому я тихонько пошел направо к большой водяной яме и попутно сам случайно искупался в воде. И вдруг, ни с того ни с сего, Вирджиния стала агрессивной и начала на меня бежать. Я не растерялся и тут же нырнул в яму. И проплывая дальше, размышлял, что же вообще произошло. И тут меня осенило. Краска. Красная, мать его, краска. Помните, как я измазался в ней, сам не понимая зачем? Так вот, теперь я понял причину. Дело в том, что сами аборигены любят баловаться с краской. И поэтому, когда увидели меня, тоже в краске, просто приняли меня за своего, как, собственно, и Вирджиния. Но что же случилось? Почему она все же внезапно на меня напала? Все дело в том, что я попал в воду, и краска попросту смылась. Осознав это, я вынырнул из воды и очутился около какого-то лагеря. Там я погрелся и нашел новый луг, современный. Однако, в силу его неудобств, так им не воспользовался. После привала я понял, что я в тупике. И мне все равно придется возвращаться к той армии. Подготовившись морально, я снова занырнул в воду и выплыл обратно. Не обращая внимания ни на кого, я побежал налево и пошел по тоннелю, обозначенному двумя тотемами. Там я прошел через деревянную стену, за которой все-таки пришлось немного подраться, после чего проплыл к какой-то кучке камней, за которой был слышен рев Рукастого. Тратить динамит на разрушение этой преграды мне было западло, поэтому я просто привлек звуками Рукастого, а тот уже сломал стену за меня. После чего я несколько раз поджег его спрем для волос, который нашел некоторое время назад, и добил катаной. Затем прошел чуть дальше и сделал все то же самое со вторым Рукастым, который тут тоже был. Далее я внезапно заметил знакомые ворота и пьедестал. Разложил камни, ворота открылись, оттуда на меня выбежала пара людоедов, но съесть меня им было не суждено. Зайдя в ворота, я прошел чуть дальше и снова встретил то же препятствие, за которым был проход к помещению с очень узкой тропинкой. Далее по тоннелю я дошел до очередной щели, за которой опять были ворота. Но эти смогли меня удивить, так как за ними было странное, но подозрительно знакомое место. И не прошло и 5 секунд, как я понял, что нахожусь на дне той самой карстовой воронки. Тут меня ожидала парочка, которая тут же отправилась к своим братьям. И неожиданно разбитый вертолет. В нем лежало мачете, слабенькое, кстати, оружие, а рядом валялся чемодан с вещами. Конкретно с деловым таким костюмчиком, от которого я, конечно же, не отказался. Далее мне пришлось сразиться с парой толстяков, а после этого я увидел нескольких тощих и рукастого. Однако вовремя заметил, что туда, где они шляются, мне не надо, так как там тупик. А нужный мне проход находится в небольшом озере, которое располагается посередине воронки. Проплыв достаточно большое расстояние, я выплыл в очередной пещере и, пройдя по тоннелю, наткнулся на двух каких-то странных людоедов. Далее я прошел по линейным коридорам и неожиданно наткнулся на кассету. Естественно, сразу же достал камеру и стал ее смотреть. Она называлась «Прорыв Армзи». На пленке было запечатлено, как в каком-то непонятном помещении собралась куча людей и тут же на них всех напал рукастый, выбравшись из какого-то вольера. Увлекательно, но не ясно. Продолжив свой путь, я внезапно вышел в какое-то большое помещение, подсвеченное красным светом. Тут на меня напала уже не парочка аборигенов. Да, блять. Но это мне не помешало. В этом же месте, кстати, находилась палатка, в которой я сразу же на всякий случай сохранился. И дальше следовало самое неожиданное. Большая железная дверь с замком. Я тут же вспомнил про ту ключ-карту, которую нашел в пещере, и воспользовался ей. И, честно, я был удивлен от того, что увидел. Так как из дикого леса и кровожадных пещер я вошел в хорошо освещенный чистый современный коридор, посередине которого находился подъем наверх. Наверху же я прошел дальше и спустился в другом месте, где внезапно нашел фотографию какой-то девочки и лаз вниз. Внизу я внезапно наткнулся на какое-то маленькое убежище с игрушками и таблетками. Далее я снова поднялся и очутился в, мать его, буфете. И, кстати, сразу начал его использовать по полной. Всю жизнь об этом мечтал. После чего поднялся по сломанным трубам, прошагал дальше и вышел к детской комнате, за входной дверью в которую меня ожидали младенцы и подозрительно знакомые комнаты. Протопав далее, я встретил мертвую Вирджинию и совсем не мертвого рукастого. Тут же его убил и понял, почему комнаты казались знакомыми. Потому что это то самое место, из которого сбежал рукастый, и его я и убил. Пройдя дальше, я внезапно нашел пачку из-под цветных карандашей, подписанную как «Собственность Меган». Затем нашел рисунки, подписанные этим же именем «Меган Кросс», а далее я свалился в небольшой конференц-зал, в котором шла презентация некого Мэтью Кросс. В самой же презентации были показаны Вирджиния, рукастые и какие-то графики. Исследуя это место дальше, я нашел какие-то документы, внезапно тощего аборигена, еще один рисунок Меган и еще несколько младенцев, после битвы с которыми я направился в комнату, из которой доносились какие-то странные звуки. И в ней я обнаружил какую-то треугольноподобную херовину, которая эти звуки и издавала. Немного побегав по этой комнате, я неожиданно нашел какого-то красного человека и узнал в нем того самого говнаря, который стрелял у меня Тимми в начале игры. Благо, он был мертв, только в него почему-то были воткнутые цветные карандаши, а рядом на доске было написано «Папа мертв». После исследования комнаты я решился подойти к этой шумящей хероборине и обнаружил, что ее можно открыть. И внутри, в шипах, находился Тимми.
В отчаянии я его оттуда вытащил и положил на какую-то кушетку рядом. И внезапно до чего-то додумался. Вдруг я начал подключать к мертвому телу этого ребенка какие-то присоски. И когда подключил все, треугольная херь открылась, а на дисплее загорелась надпись «Требуется новый образец». Путем некоторых раздумий я понял, что если положить кого-то живого туда, где лежал Тимми, то и сам Тимми оживет. И именно в этот момент я заметил детские кровавые следы на полу и решился пойти по ним. И в итоге вышел в какое-то обширное помещение, в конце которого сидела девочка Меган. Чё, кто тебя ебать? Самолет упал. Да, самолет упал, а ты откуда знаешь? Я? Чё я? Ебать, чё орёшь нахуй? Ёб твою мать! Шо с тобой нахуй? Ебать! Ты чё жрала? Что ты такое нахуй? После эпичнейшей битвы я взял еле живое тело Меган и понес к той херне. Однако, когда попытался положить ее внутрь, она сдохла окончательно. Правда, из нее выпала другая ключ-карта, и благодаря ней я мог открыть ранее закрытую дверь, которая была подписана как «Ко второму артефакту». Путь был весьма необычный. Пещера, вода и... промолчу. Ёб твою мать. Но как итог, я дошел до лифта, который поднял меня на самый верхний этаж комплекса. И там я нашел, не поверите, еще одну непонятную поеботину. Только в отличие от предыдущей, это я хотя бы мог воспользоваться, что и сделал. На дисплее был показан какой-то самолет, имена и возраст пассажиров, а также кнопка «Активировать», на которую я тупо по приколу нажал. И тут внезапно эта странная голубая херь начинает ускоряться и в итоге пускает огромную волну энергии, после чего слышен взрыв, и мимо пролетает падающий самолет. Проходит год, и меня переносят в какую-то телестудию вместе с живым сынком. Под гром аплодисментов мы выходим на сцену, и тут у нас берут интервью по поводу нашей новой книги. Ну как берут, я молчу, сын тоже, нам заебись. Правда, неожиданно ведущий замечает мой топор, который я зачем-то взял на сцену, и предлагает продемонстрировать наши навыки рубки деревьев. Я неохотно соглашаюсь, радостно приступая к любимому делу, однако наше веселье прерывает Тимми, которому становится что-то херово. Тут же у меня проскакивают флешбеки, как Меган трансформировалась в ту монстряку, и я уже ожидаю эпичной битвы, но, к счастью, пацана отпускает, и он приходит в себя. Снова происходит таймскип, и на этот раз немалый, так как показывается все от лица повзрослевшего Тимми, которому, судя по окружению, до сих пор не дают покоя события на том проклятом острове. И вот он в отчаянии уже хочет отхлебнуть вискаря, как вдруг на его руках появляется Тимбл-димбл, Пимп-пуп. И под странные, неприятные звуки и тряску игра заканчивается. Что ж, путь немалый, соглашусь, но нельзя отрицать то, что он был наполнен крайне интересными событиями, и прохождение этой игры я запомню надолго. Правда, есть одно но. У вас не возникал вопрос, а что вообще, мать вашу, происходит? Что за научный центр? Кто такая Меган? Откуда на острове мутанты? Кто такой главный герой? И как все это связано с таким странным финалом с Тимми? Этими вопросами задался и я. Поэтому нырнул в интернет в поисках ответа. И, потратив достаточно много времени, собрал общую картину всего происходящего в игре. Информацию я брал из разных источников, и, естественно, я всех их укажу в описании. Ну, хватит медлить, приступим.
Итак, 16 век. Неожиданно, да? Время масштабных колонизаций. Именно в этот промежуток времени на этот загадочный остров прибывают испанские колонизаторы, видимо, решившие пополнить тут запасы пропитания. И решили разделиться. Первая группа, немножко погуляв, встретила жителей здешних владений, аборигенов. Однако с обеих сторон не было агрессии. На тот момент приветливые и дружелюбные аборигены показывают гостям свои хоромы и даже впускают в святая святых, пещеры. Но у испанцев были не очень хорошие намерения. И в пещеры они взяли взрывчатку. Параллельно этому вторая группа находит главную достопримечательность этого острова – огромную карстовую воронку. И дабы понять, какого хера эта яма существует, начали рыть шахту прямо посередине нее. И прокопав достаточно много, они попадают к месту, где находится эта треугольная херня. Первый артефакт. Как вы помните, эта штука могла забирать жизнь у человека и давать ее другому человеку. Однако у этого есть огромный побочный эффект. Люди, возродившиеся благодаря артефакту, превращались в жутких существ – мутантов. При этом, как мы помним, первая группа в это время взрывает святые шахты туземцев, и так как мутанты на их стороне, они приходят в бешенство. Начинается агрессия. Выжившие испанцы в панике пытаются сбежать, однако, к сожалению или к счастью, не выбираются с острова и погибают здесь. Будь то от рук местных жителей или просто затерявшись в этих подземных лабиринтах. Оставив после себя огромное количество различных зарисовок мутантов, воронки и первого артефакта. После всех этих событий об острове начинают слагать легенды. Что привлекает к нему? Туристов. Те приплывают и оставляют на нем огромную кучу хлама, которую мы с вами видели. Все это происходит в период с 1900 года по наши дни, но при этом ни один из гостей не вернулся. Или же вернулся. Да, дело в том, что в районе 1920-х небольшая канадская группа операторов отправляется на остров, дабы заснять здешние красоты. И думаю, не стоит объяснять, что с ними стало. Живым вернулся только один. И как только это сделал, сразу начал вываливать все, что видел. Про аборигенов, мутантов, артефакт и прочее ужасное. Однако итогом всего этого становится то, что неизвестные личности упекают этого оператора в психбольницу. Непонятно было, кто это сделал, но было ясно зачем. Никто не должен знать правду. Получается, кто-то уже был в курсе всего этого? Верно. Небольшая организация нашла в этом острове свою цель. Они хотели использовать силу артефакта во благо. И именно они тщательно пытались скрыть весь этот ужас. Кто же это был? Секретная организация, скрывающая свой настоящий облик под именем терапевтической компании Сахара. Постоянные экспедиции на этот остров и пропажа людей натолкнули ученых из этой компании на исследования. И поэтому они покупают весь этот остров, и отныне все, что на нем есть, принадлежит им. Любая попытка что-то вынести карается смертью. Они начали строить лабораторию и, к слову, сделали это очень быстро. Даже не стали выбрасывать лишние каркасы и обшивки, делали все в торопях. Транспортировочные контейнеры выбросили на берегу, и примерно в 80-х Сахара начала свою работу. Они яро верили в то, что артефакты поспособствуют развитию мутагенеза, продлению жизни и прочего подобного. И продолжали так работать до своей кончины. Но об этом позже. Далее случается очень важное событие, которое не приурочено к какой-то дате. В сюжете Фореста вообще проблема с датами и временем. Ну, да ладно. Суть в том, что где-то в 80-х, через какое-то время после начала работы Сахары, на работу туда устраивается человек по имени Мэтью Кросс. Опять же, точно неизвестно, сколько он там проработал, но ясно одно. Он завоевал доверие начальства, благодаря чему получил золотую карту доступа, которая позволяет перемещаться по всему комплексу. В том числе и в зал, где была та голубая херовина. Правда, параллельно с этим у Мэтью случается конфликт с женой. Предположительно, как раз таки из-за работы в Сахаре. Ну, подумайте сами. Работа где-то у черта на куличиках, так еще и в какой-то непонятной организации. Собственно, из-за этого конфликта жена подает на развод. И как итог, суд выписывает ордер на запрет любых насильственных преследований со стороны Мэтью к его жене и дочери Меган. Напоследок Мэтт просит у своей жены школьное фото их общей дочери, мол, чтобы видеться с ней хотя бы так. И жена, отправляя это фото, просит Мэтта, чтобы тот больше никогда не контактировал с ней и с дочерью. На что Мэтт отвечает, что если она заявит о контакте в полицию, то пожалеет об этом. О чем же он говорил? А вам не кажется странным то, что он попросил не обычную фотографию Меган, а именно школьную? Верно. Ведь на самом деле в этом кроется вся суть. Он попросил школьную фотку, чтобы знать, как Меган будет выглядеть в школе. И в итоге с этим знанием он буквально крадет ее. Дальше следует не совсем ясная цепочка событий, из-за которой пострадала Меган, а ее мать вообще умерла. Не ясно, из-за чего все это случилось, но ясно одно. Меган вместе с отцом попадают на остров. Тем временем ее отец вовсю пыхтит над своим проектом под названием Джариус, который подразумевал собой несколько иные применения первого артефакта. Мэтью считал, что эффект, которого все пытаются добиться, не может подействовать на взрослых людях, нужны именно дети. Судя по всему, у этого были веские доказательства, потому что Сахара проект одобрила, и начались повсеместные кражи детей. Помните яхту? А помните то, что на ней мы нашли пакет из-под молока с изображенным пропавшим ребенком? Так вот, владельцы этой яхты, влюбленная пара и по совместительству родители этого ребенка. Те приплыли на остров с некоторыми знаниями о нем. У них была карта острова, а также они знали о существовании некого артефакта. Однако, как мы помним, главное правило сахаровцев — никто не должен знать правду. Поэтому эту парочку они убили.
убили. К слову, сахаровцы также уничтожали и другие упоминания о пропаже детей. Всякие сноски с газет, кинофильмы и так далее. Ладно, вернемся обратно к Мэтью и его проекту. Как мы помним, проект назывался Джариус. Это такая некая отсылка на одну библейскую отметку, где говорилось о воскрешении девушки. Джариус, ее отец, считал дочь мертвой, но Иисус сказал, она не мертва, она спит, и воскресил ее. Что-то мне это напоминает. Мне кажется, что Мэтью прекрасно понимал, что из-за увечий его дочь Меган долго не протянет. Поэтому он создал этот проект и так яро его поддерживал. Однако случается нечто ужасное. Помните ту огромную голубую херовину, которую назвали второй артефакт? Как мы помним, после активации этой голубизны она выпустила огромную волну, из-за которой упал другой самолет. Исходя из этого, можно предположить, что второй артефакт способен издавать определенное излучение, которое способно выводить из строя технику. Дело в том, что покопавшись на острове, что я не сделал, можно найти еще несколько кассет для камеры. И, собственно, на одной из таких была запись, как большая группа ученых во главе с Мэтью, который все это снимает, испытывает этот самый артефакт. Не знаю почему, но мне тут же вспомнилась запись, как из вольера сбежал рукастый. И у меня есть предположение. Эти две записи делались с очень маленьким промежутком времени между ними. Я думаю, что Мэтью решил испытать второй артефакт и заснять это на камеру. Как мы помним, голубая херь отрубает технику, и нельзя исключать тот момент, что, возможно, и аппаратура самой Сахары вышла из строя, из-за чего местные, так сказать, экспонаты взбунтовали. И уже на второй записи можно видеть, как один из них вырывается из своей клетки. Впоследствии чего Меган, что находилась рядом, погибает окончательно. Параллельно этому весь комплекс начинает буквально рушиться. Ломаются каркасы, ломается аппаратура, ломаются люди. И при этом все. В живых остается только Мэтью, который, так как изучал остров и был с ним хорошо знаком, попросту сбежал. Перекрасился в красный свет, чтобы его не трогали людоеды. И... затемнение. Дело в том, что, как я и говорил ранее, в сюжете очень большая недосказанность по поводу времени, поэтому сложно сказать, сколько Мэтт провел на острове в компании с мертвыми сотрудниками, телом своей дочери и толпой туземцев и мутантов. Но факт есть факт. Случается судьбоносный момент. Во время очередных своих наблюдений Мэтт замечает на одной из панелей самолет и нажимает кнопку активации артефакта. Чё-то там зона турбулентности проходим, походу. Типа, пристегнитесь, там держите, ёптыну. Такому меня жизнь не готовила. Так и началась игра. Выход из строя самолета и падение. Мэтью остается только прийти на место крушения и забрать ребенка из самолета. И по стечению обстоятельств этим детем оказывается сын главного героя. Тимми Лебланк. Нас, кстати, зовут Эрик Лебланк. Пропущу момент с геймплеем, вы его и так уже видели. Только хочу немного заострить внимание на той ключ-карте, которую мы нашли. Это карта, так сказать, самого низшего рабочего, которая открывает только вход в саму лабораторию, куда, собственно, и попадает главный герой. Узнает о всем, что тут происходило, находит уже мертвого Мэтта и своего сына в таком же состоянии. Вы все правильно поняли. Мэтью воплотил свой план и ценой жизни нашего сына возродил свою дочь. Но, как мы помним, артефакт имеет побочный эффект, из-за которого и погиб отец Меган. В конечном итоге главный герой, конечно же, побеждает мутанта Мегана, но убивает тем самым и саму девчонку. Правда, есть одно но. Как мы помним, из Мегана выпала та самая золотая карта доступа, которой обладал ее отец. И именно благодаря этому куску пластика главный герой попадает ко второму артефакту и использует его. А ведь правду говорят? История циклична. Дальше, как мы помним, следует недомутация Тимми на том телешоу, после которой, судя по всему, он всерьез заинтересовался темой того, что вообще происходило на острове. И когда нам показывают уже взрослого Тимми, который, кстати, почему-то моется в душе в одежде, мы еще раз видим его мутацию. Правда, на этот раз исход ее нам неизвестен. И на этом все. To be continued. На этом моменте сюжет попросту обрывается. Единственная зацепка здесь это то, что на доске повзрослевшего Тимми указана карта. Но только это не наш остров. Он подписан как место номер 2. И о нем мы не знаем ровным счетом ничего. И что же теперь делать? Ждать, друзья мои. Ждать второй части, которую, кстати, наметили на этот год. Но что-то мне подсказывает, что выкатят ее уж точно не в этом году. Но скажу вам точно, видос по ней также будет. Ах да, как я мог забыть, в игре есть вторая концовка. Дело в том, что в самом конце можно не активировать второй артефакт, а отключить его. При этом в выборе главный герой останется на острове, выберется из лаборатории в зимний биом и, достав фотографию своего сына, драматично сожжет ее, смирившись с утратой. А в небе мирно пролетит самолет. И знаете, может оно и к лучшему.
Фух, вот и закончилось это длиннющее приключение. Спасибо каждому, кто досмотрел до этого момента, и плевать, залпом или частями. В любом случае, спасибо. Должен признаться, что этот ролик кучу сил и времени занял. Но поверьте, он бы занял раза в три больше, если бы не мое небольшое жульничество. Дело в том, что сюжет Фореста сложный. И когда я говорю сложный, я имею в виду охренеть какой сложный. Этот сюжет разгадывали 5 лет. Да господи, даже сами разработчики конкретно не могут рассказать, что же вообще рассказывается в их творении. И я признаюсь, что в разгадке тайн сюжета я не участвовал вообще. Все теории, предположения, факты, все было взято из других различных источников. Конкретнее, из роликов канала Triangle, надеюсь, правильно прочитал. Этот человек очень активно участвовал в разгадке тайны этой игры, и если бы не его видосы, этого видоса бы не было. Само собой, ссылки на все перечисленное я оставлю в описании. Ну а вас хочу попросить поставить лайк, подписаться на канал и, очень важно, поделиться этим видео с друзьями. Это мне очень поможет. Ну а тут, как всегда, был Евген. До скорого!